анонс и дата выхода второго сезона сериала «Взрослые». Речь в сериале шла о трех подругах. Про них можно сказать, что это те взрослые, которым самим нужны взрослые. Они уже не дети, но справиться с жизненными обстоятельствами им не по зубам. Чтобы иметь хоть какую-то защиту от этого мира, они садятся вместе и обсуждают свою жизнь, получая друг от друга советы. Но лучше ли это способ управлять судьбой через советы подруг? Наверняка нет. Продолжение драмеди «Взрослые» не было анонсировано. С рейтингом в 6,2 балла трудно представить себе второй сезон. Только если создатели уже сняли его и другого выхода у них нет. Но тогда об этом уже было бы известно. В настоящий момент никакой информации и даже слухов о втором сезоне нет. Если вам понравился сериал, не ждите выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будьте в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.